раннего утра в детском саду номер 14 города Каспийска проходила подготовка к важному событию – открытие новой детской спортивной площадки. Ее площадь составляет 215 квадратных метров и оборудована она специализированным инвентарем. Спонсорскую помощь оказали директор сети «Целитель Плюс» Имам Саидов и ООО «Газпром Трансгаз Махачкала». Мы очень рады, что нам пошли навстречу меценаты. Меценатство всегда считалось на Руси самым благородным делом. И поэтому большая радость для нас была. Сначала мы ее заливали цементом, площадку, а затем залили ее мягким экологическим покрытием и сделали разметку. И поэтому сегодня мы можем с детьми проводить все оздоровительные мероприятия на этой прекрасной площадке. Началось торжественное открытие с приветственного слова заведующей детским садом Луизы Жарковой. Она поздравила ребят с этим знаменательным днем, а также выразила слова благодарности меценатам. Далее аниматоры «Волк и Заяц» подготовили для воспитанников дошкольного учреждения развлекательную программу и спортивные игры. И вот наступил долгожданный момент – разрезание красной ленточки. Это почетная и важная миссия выпала заместителю главы Каспийска Гусейну Ункилову и директору «Целитель Плюс» Имаму Саидову. Завершилось мероприятие традиционной зажигательной лезгинкой и чаепитием.